Привет, снова я, Влад. Сегодня мы играем в Smiley Corp 2, и у нас Smiley X обновился уже до версии 1.6.2. И, короче, добавилась новая миссия. Вы можете сразиться с старым охотником в следующих миссиях. Старым. Вы должны победить новую чуму киборгов. Ну, короче, понятно, давайте начнем. Сегодня, может быть, выйдет два видео, потому что я сегодня запланировал два. Хотел это видео выпустить. Короче. Вот, я сейчас снимаю 19 сентября, но я это выпущу 20-го, если что. Чувствительность как бы немножко больше. Я уже все вставил. Окей. Сейчас подходим к Хэри. Вот тут победить новую чуму киборг. И у нас есть вопрос, yes или no? Yes. Все, бежим. Тут можно в сцене даже ходить. Не опустить управление. Пищевой блок Росса. Кстати, когда уже выйдет с маленький X3? 70 секунд у нас. Видите, короче, нашел киборгов, но... Хочется уже победить. Я, блин, уже не знаю, сколько раз пытаюсь... Кстати, он ровно летит, так что... Надо, кстати, два заряда тратить на этих киборгов. Так, дальше вот этот. Вот этот. Там еще один, видите, за елкой. Опа, о нет. Почему я никогда не успеваю? Блин, я, короче, всех киборгов нашел, но я не успеваю проходить эту чертову миссию. Как же это сложно. Опять идем. Мне всего лишь 5 киборгов оставалось. Киборгов или киборгов? Киборгов. Ох, мне всего лишь 6 или 5, там я же забыл, сколько там киборгов осталось. Доктор, я хочу получить этот скин. Кстати, можно выбрать и это. И прошлого вот этого охотника, и нового. Я это знаю. Я же смотрел это. Сори, что я не выпустил. Вот. Юс, короче, не перевел ничего. Queen Day Fist. Или Day First. First Day Fist. А, сложное название. Оба. Стреляем. А, понятно, кого я забыл. Да, вот я же не подстрелил. Вот этого, который в домике находится. Кстати, на них надо 2 удара тратить. Чё? Как? Так. Блин,
А, он там. Ну, 7 секунд, вы думаете, я успею. Ой, да я, блин, всех дошел, но не получается пройти это говно, а? Сори. Смотрят разработчики, но это серьезно, так, блин, сложно, я не понимаю. Как это пройти? Давайте встретимся, если я сейчас попробую пройти. Я сейчас опять пытаюсь прийти, если ни хрена не получится, то ни хрена не получится. Я, короче, попытался, у меня осталось только два. Два, блин, этих убить. Киборга. Ну и что вы думаете? Конечно, конечно, время же это. Может, разработчики хоть бы 100 секунд бы поставили? Да хоть можно было бы пройти. Скажите, что Brawl Stars даже легче... Квесты, короче, легче, чем эти. Ох, я 100% уверяю, что брали квесты легче. Ты чё? Опачки, быстро, быстро. Давай! Где разве лестница? С той стороны? Не понимаю. Что-то игра немножечко... Ох, короче, я не знаю, как эту фигню пройти. Ох, может, разработчик хоть 100 секунд бы поставил? Я не могу, серьезно. На компе даже сложнее. Ой, на компе должно было быть легче, но сложнее. Блин, Joy Pro как прошел вообще? Не понять, а? Ох, а как вообще эти ютуберы... Почти прошли. Фан Крига вообще прошел. Я не понимаю, как. Кстати, я не знаю, почему. Когда я сегодня поставил топси, у него было где-то примерно 80 секунд. У меня только 70. Это вот вопросик. Я вот пытался, я думал, что это от режима сложности зависит, но нет. Нет, серьезно, у меня... Сколько же секунд стояла? Давай. Главное не спалиться. Так. Так, стрит баг. Па. Мы можем сейчас победить. Пожалуйста, не затупить, не затупить. Да, yes! Наконец-то! За столько секунд, ёперный театр, наконец-то я это прошел. Ёперный, что так сложно было? Вы бы видели, как я сейчас бы... Ёперный, как я сейчас... Уху, блин. Опа, что это? Короче, я стрел в фан-кригу. Он говорил, что добавили нового какого-то этого. То есть не говорил тому. Он, короче, прошел как-то... Как я прошел эту миссию. Потому что я, блин, уже 10 раз сегодняшний день играл. Вообще ничего. Вообще ни хрена. Кстати, какой вообще режим сложности выбрал? А. Опа. Крутой, кстати, скин. Ох ты. Опа.
Я сейчас тоже скрин хочу сделать. Ах ты. Ну ладно, тот скин будет топливиться. Сейчас выйдет. Ну как бы на меня, ну пойдем. Ноу. No. Может новую конечную сцену добавим? А, нет. Ладно, мы, короче, сегодня прошли наконец-то эту миссию. Не знаю сам, как я ее прошел. Всем спасибо за внимание. Я думаю, надо эту серию поддержать лайком. Я сам не знаю, как я ее прошел. Сегодня 10 раз пыталась проходить, вот только на этом разу попытался. И прошел! Как? Как? Ладно, всем спасибо за внимание, всем удачи и всем покусик.